Городошники соседних районов встречаются довольно часто. Регулярно выезжают друг к другу в гости. И наша площадка знакома уже обеим командам. Только вот не заладилась игра с самого начала у гостей. Поначалу не пошла игра. Как-то волнуемся еще. Уссурийцы на площадке ведут себя увереннее. Понапрасну не нервничают. Медленно, но верно выходят в лидеры. Набирают очки. Родные стены, естественно, могут помочь, так сказать. Ну, волнение, знаете, вот когда встречаемся между собой, так волнение сперва присутствует на первой игре, а потом там как разыгрываемся вроде, знаете, и тут уже оно, как говорится, катит вот это все. Перед краевой спартакиадой трудящихся обеим командам нужна тренировка. И тренировка соревновательная. Так помогают друг другу держать себя в форме. Ведь скоро им защищать честь своих населенных пунктов. Городошники, они все, в общем, дружные люди. Поэтому они к нам приезжают. У нас какой-то праздник. Мы к ним приезжаем. Поэтому он позвонил, говорит, может, у нас мы свободны. По результатам встреч победу одержали гости. Они догнали, а потом и перегнали хозяев площадки. Ближайшие соревнования по городкам пройдут 6 октября. Этот вид спорта будет впервые включен в спартакиаду сельских территорий.